Ну а сейчас немного о спорте. В швейцарском Базеле проходит чемпионат Европы с фехтования. И вот во вторник состоялся поединок между украинкой Еленой Кривицкой и грузинкой Майей Гучмазовой. Вроде бы, что могло пойти не так? Но Гучмазова на самом деле не совсем грузинка. Она действительно выступает за Сакартвелло, но родилась она в России, а именно во Владивостоке. После дуэли, которую, к слову, выиграла украинка со счетом 15-9, Кривицкая проигнорировала рукопожатие с уроженкой страны-террористки. Гучмазова на это отреагировала очень бурно и очень нецензурно. Мы сейчас, вы знаете,